Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей командной игры 3 на 3. Если вы смотрите ее не с первой серии, то рекомендую перейти прямо к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всем же остальным приятного просмотра. Блин. Без Все разницы, построили. Так и так. Нормально. Так, тут маяк не нужен, тут, наверное, нужна конюшня, да. Что тогда, потом в мастерские идем? Ну, не знаю, можно сразу в универы зайти, недалеко. Да, я тоже думаю, что в универы надо. Я думаю, они в универы идут, например, надо за ними тоже идти. А потом мастерские. Индуса 17 промки, это конечно. Да, я тоже это видел, печально очень. Ну, у меня 33. У меня 30. Я бы не сказал, что у нас тут какие-то производственные места. Вот, а вот у датчанина очень неплохо. И очень жалко, что не видно, сколько у него производства. Мне кажется, что он не очень далеко от тебя. Думаю, где-то 50-60. Китаец, подари мне одного мечника, я его на воду спущу. Они, походу, идут в эти в литье. У них уже инженерное дело открыто. Угу. Ну мы на одну теху впереди. Сколько стоит купить библиотеку? 300? 300. Угу. Поставлю город и просто куплю в нее библиотеку. Буду строить нас колледж тогда. А, Нандагу. Вообще, Нандагу бы лучше на рост поставить. Китаец, у тебя прекратил ко мне караван бегать? А, да, бегает. Еще аж 15 ходов. Окей. Как сразу монастырь хорошо заработал. Следующим ходом передам мечника.
Можно пока не покупать клетку, пока вырубаются тут джунгли. Здесь после... Через два входа морская инфраструктура. Я последний по еде. Что-то я последний по еде, последний по жителям. Якорь для команды. Ну, камень на ногах команды. Тазик с бетоном. Я вот не знаю, что мне коммерцию взять потом. Через три хода у меня институт будет. Я вот тоже думаю, наверное, коммерцию. Что тут? Набожность мне не нужна, у меня и так до хрена. Честь тут вообще не в тему. Патронаж не нужен. Только коммерция получается. Ну да, потом уже раса. Может, следующим... Дождать один ход или не ждать? Два хода стало. Ну, блин, долго держать... Строительство города тоже не очень хорошо. Ну, у них всех, у всех по три города сейчас. Я четвертый поставил. А, вижу. Там, где и между ними нормально. Да, сейчас у меня культура будет просто миллион. Это ж... Мечети куплю, потом монастыри. Будет, наверное, 100 вход. Ну, не 100, но где-то 70. Ты в Агаидике пагоды купил? Я уже могу распространять религию? И в Пекине распространял. Да, я купил там уже пагоды. Блин, 9 ходов, как-то нацколить долго. Может, на рост пока переключить? Не, нацколить нужно. Конюшни. Так, счастье пока не надо. Маяк не нужен. Это все надо в городе с рекой, то есть тоже в Анандангу строить. Вообще Анандангу надо будет отъесть слегка. Ладно. Давайте на деньги.
Так, ну потом или компас, или мастерские. Потом лучше мастерские. Все равно же городов на море у них нет. Этот сам обратится. Слышите, а сколько у вас культуры в код? Сейчас, погоди, я у меня напишу. 21. Норм, у меня плюс 2. О, Сининка уже обратилась. Блин. Видите, я никак не отъедаю. Слушай, Шашун, может, ты мне тоже отправишь какой караван в столицу? А у меня нету караванов, я 3 морских пускаю. Ну, после инженерного, не знаю, у меня столица тоже, как бы, 6-8 жителей. А что ты сейчас обработаешь ферму у себя и... Ну, мне просто в Ананданге надо нацколледж построить, потом универы, как бы, расти некогда. Я бы на твоем месте бы на рудниках строил бы ферму. Да? А производство мне где брать тогда? Ну, холмы вот эти выкупай, правее у них. Они без пресной воды. Там можно было рудник построить. А где пресная вода, я построил бы ферму. Так, ладно, в Гранд Ривер тогда распространим. Хорошо, а если сейчас на еду переключиться, что будет? 2 хода, 11. Ладно. Нет. Так, веры у меня уже достаточно. Мне как бы пока даже... Прекратим покупать что-либо. Знаете что, я, наверное, обращу Шанхай и Гуанчжоу, а Гаидика пускай своим ходом, потому что у меня просто может не хватить, на самом деле, силы миссионера. Thank you.
А что ты, китаец, с пророком собираешься делать? Посади его в святыню. Да, да. Уже по 9, но будет 11-9. И это еще 12. То есть 24 чисто с религией буду получать. Так, ну в Нотр они вышли, нет смысла туда идти. Пойдемте... Данку пойдем? А, они вышли. Тогда я не знаю. Ну, гильдии. А, гильдии они тоже вышли. Может, акустику откроем? Капеллу построим. Слушайте, а реально, давайте акустику откроем. У меня сейчас как раз куча культуры. И ночью. Давай. Я рации как раз начну закрывать. Так, дорогу надо, наверное. Мне кажется, плохо, что они пизданку забирают. А у нас инженера-то не будет. Как ты его заберешь? Ну да. Ну, у меня ровно институт через 8 ходов. Ну, отлично. Что, я тоже, да, рад их беру? Вы, наверное, ты по-любому. И вы, наверное, ученых в Пекин, да, будете вести всех, я надеюсь? Конечно. Потому что он самый здоровый город. Ты, китаец, качай рацик, а вот мне как бы вопрос, потому что мне надо коммерцию еще успеть на 3 взять. Хотя, в принципе, если мы будем через танкетки, там не обязательно делать закупки. Там просто надо апнуть. То есть надо накопить там где-то 2000 голды или больше. Посмотрим, что там будет. Так, в Ананданге любовь к отчизне началась. Так, давайте-ка караван в Анандагу отправить. Морской караван. Так, а сколько бегает этот? 12 ходов осталось. Значит, надо мастерскую, чтобы можно было на молотки в Грандреве. Потому что в Грандреве еды-то дофига, а вот молотков нифига. Да, наверное, может быть, коммерцию не буду вообще открывать. Просто пойду в рацик и потом честь. Возьму вот эту политику, где ближние юниты на 15% сильнее. Если рядом находится соседний юнит. Там еще статую Зевса заберу. А я на камни ставлю, поэтому можно это построить. А, ну у Лёши там все 38 ход. Да, нормально. И это без золотого века? Да, это еще без золотого.
Тайц, а сколько у тебя производства? Сейчас скажу. 40. Да, ну вот мы с китайцем на предпоследнем месте, 38 у индуса, так что все производство у тебя, Алонс. Ну и что, зато в науке у нас будет больше. А тем более сейчас мы, может, это они еще мастерские построили, ты не забывай. Я еще мастерские вообще не строил нигде. Сейчас универ строил. Ну, мне мастерские немного дадут, к сожалению. У меня как бы леса немного, а процент от мастерских у иракезов отрезан. Так, можно за веру купить. Наверное, в Гранд Ривере надо купить монастыри. Норм. Валочности уже там нет, есть. Да, прикольно. 7. Так что, Лунса, ты меня отправишь в Анандагу караванчик или нет? Или ты к себе? Давай после мастерской. Слушай, может, Китай все-таки будем отжирать? У него там джунглей много. Он же у нас научный. Давай Китай серьезно будем отжирать. Ну, давай. Но я все равно сейчас в Анандагу сначала отправлю, потому что надо какое-то количество жителей, чтобы было. А потом уже, когда отбегает, можно и в Китай. Так, мастерская 4 хода, а тут прекратит бегать 9 ходов. Нет, давайте сначала... Это как раз 8-8 будет. Надо на еду в осининку. Блин, куда он дорогу повел? Ну, я ж вот так... Ну, ладно, хочет так, пускай так будет. Так проведет. А, ну да, я уже по промке последний, 42 у меня. Сейчас, смотри, китаец, ты строишь универ и садишь жителей на джунгли. Это обязательно. И как открываешь гильдии, сразу строишь там торговые посты. Даже можешь пока ученого не растить, главное джунгли занять. И повыкупать желательно тоже. Так, ну чё, я в Анандагу уже отправлять, наверное, не буду. Я себе в Пекин лучше отправлю. Да, давай. Хотя не, я отправлю. Я третий караван, у меня же как раз 3 каравана, 2 города. Я отправлю этот, еще один построю, себе в Пекин отправлю. Нет, ты сначала этот
отправь себе в Пекин, а потом построишь, мне в Анандагу отправишь. Понял. Они в универ вышли недавно. Мы на одну тех отстаем. Не, ну извини меня, мы сразу идем в акустику, это очень дорогая технология. Мы сейчас их по науке начнем очень сильно делать. Очень. Надеюсь. У меня уже 125 науки вход. Вот. Тебя там тоже должно где-то так же быть. У меня сейчас 70, но это без универа. У меня универа еще ни одного нет. Ну, у меня тоже было 70 без универа. Я там еще джунгли, я должен быть больше. Не знаю, Леша может реально... Леша, ты коммерцию, да, брал? Да. А, ну все, вот качай коммерцию. Хотя, может быть, дальше в коммерции нет смысла, там же нету на деньги ничего. Там, ну, там есть на науку меркантилизм. Ноттердам подъехал. Ну, не знаю, у нас со счастьем, по-моему, нету проблем. То есть нам как бы Ноттердам по-хорошему... У меня плюс 4. Это ты арены вообще не строил, правильно? Одну арену построил. Так, что мы теперь, гильдии, да? Ну, ты торговые посты сейчас будешь строить? Ну, я надеюсь, да, будем. Нет, давай компас, там караван. Гильдии успеем. Компас, да, хорошо. Леша, давай компас тоже. Да сейчас их по науке должны высотать. Единственная проблема это только золото. Вот, по золоту да, тут мне дорогу не надо, кстати. Но если они проиграют в науке, то толку от ихнего золота вообще никакого. Ну, они, кстати, только традицию все закрыли. Прямо. Они еще ничего не принимали, ни коммерцию, ничего. Тут уже мы скоро по второму институту будем принимать, а они еще не приняли. Даже первого. А у тебя китаец когда институт? 10 ходов. А, ну вот раз их берет. И художников, писателей тоже надо тебе. Да, я гильдию художников потом построю в Пекине. Так, тут вроде пока все. Четыре, шесть. Осининку надо отжирать. Ну, вот я принципе... только один универ построил, у меня уже 110. Угу. Я рацик принял, у меня только 147. А у меня только 70. Правда, ни одному универа еще. Мечником поплыл нагибать. Не, просто чтобы он не плавал. Закрыть проходы. Мало ли, может там берсерки поплывут. На Чупикчу. Ну,
реально построю капеллу. На самом деле у меня население больше, чем у китайцев. Там просто показывают из-за того, что 13-8-8, у меня, видите, 12-10. То есть у меня города лучше отожраны. Так, можно купить. Что сейчас? Может, машиностроение? Мечеть, да, давайте. Потому что промка нужна. Где мечеть-то? А, еще не хватает 200. Мы же вышли в следующую эру. Так, ну, монастыри вроде больше мне пока тут не нужны. Тут важнее мечети. Я просто на автомат мечети поставлю. Монастыри просто счастья не дают, поэтому я хочу мечети. Так, в осенинку побежала еда. И надо, наверное, еще один построить в Анандагу. Из Гранд-Ривера, предположим. Хотя тут универ лучше. Да, наверное, построим тут фермы на этих холмах. Ферма в Гуанчжоу готова. Так, пускай. Спасибо. Ну, мы чуть по науке уже оторвались, нормально. Ну так, мы пошли по техам, которые они уже учили. А, давайте в рыцарство, оно изучено уже. Блин, ну там просто один ход машиностроения было. А что, ты уже, тебе уже надо строить эту? Нет, ну чтобы они машиностроение... Да нет, я в курсе, это китаец говорит, один ход машиностроения. Смотри, ты открываешь машиностроение, но ты же не используешь его прямо сейчас. То есть нет смысла. А вы что, Алиамбру будете строить? А у тебя в Гуанчжоу уже есть мастерская, что ли? В Гуанчжоу нет, ну просто вы же не будете строить Алиамбру. Да, но рыцарство они открыли. То есть мы сейчас тратим меньше науки на открывание рыцарства. Понимаешь идея? Понял. Погоди, а литейка тебе зачем, если ты не строишь мастерскую в третьем городе? Я сейчас потом построю. Ну да, да, ладно.
встречка. Ну, кстати, одно счастье. У вас есть что-нибудь, что вы можете мне дать? Ну, глянь, мы ж не знаем, что там. Нет, не можете, плохо. А вы все ресурсы, да, обработали? Вообще все, которые у вас есть? Да. Да. Стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран мира офлайн и абсолютно бесплатно всегда здорово. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте карту нужного вам города. 2GIS, если быть точным. Да, мне нужен еще караван Ванандагу. Быстрее всего я его в Осининке построю. Красный хлопок, ну блин, ради города в три жителя пока не стоит, наверное. Еще одна ферма в Гуанчжоу. Да, я вижу, Так, о чем мы сейчас будем? Может, в индустриализацию пойдем? Да, ну идем пока за ним. То есть физику? Ну, они уже машиностроение открыли. А, отлично. Ну тогда следующая физика. Ну я сразу печатку нажал, они 100% не ее идут. Сейчас будут инженерить ее. Да. Да, имеет смысл. Наконец-то производство в Grand River. Еее. Тут в универы очень хорошо сядут спецы. В Grand River быстрее караван теперь построится. Тем более из него мне и надо будет пускать Ванандагу, потому что из Осининки уже бегает. Зато они намного круче нас отъедаются. Давайте-ка глянем, сколько у них там городов. У Дании 3 очень неплохих. У Индии 3, ну, поменьше. И у Персии тоже 3.
отец, тебе привести пророка? Да зачем? Ну, будешь покупать экипаж, мечети, там, культура и монастыри, тоже культура. Раз быстрее рация заходишь. Сколько культуры стоит? Плюс 20. Это очень мало. Это ты там, очень долго будешь проводить. Ты не забивай на мечети, ты не покупай. Это херня, когда ты рация не прокачаешь. Особенно в Пекине купи монастырь. И в Шанхае монастырь. У тебя там, да, видишь, да, у тебя благовония там, они тебе дадут. Еще и благовоние даст тебе культуру и религию. То есть в Пекине и в Шанхае в первую очередь купи монастыри. В Гуанчжоу монастырь не покупай. То есть после того, как купишь в Шанхае и в Пекине, покупай везде мечети, потому что там счастье еще. А потом в Гуанчжоу уже купишь монастырь. Так, они куда вышли? В печатный? Да, в печатный. Отлично, прям за ними идем. Да. Все же фигню обрабатывают. Ну, сейчас у меня появятся спецы из универа. Можно будет туда посадить. Очень хорошо, что у меня такая длинная река. Тут ГЭС будет очень неплохая. Тут все клетки на этой реке неплохие. Фига себе, у меня уже плюс 55 золота вход. Слушай, Алёша, ну раз ты пошел в коммерцию, то давай тогда ты будешь автократию играть. Как раз будешь покупать эти юниты. Ладно. Ни одного подлагивает, что ничего не выбирается. А, все нормально. Нифига, вот мне тут рыбацкие лодки, по-хорошему, сегодня тут как раз еды немерено. То есть вот в этом городе мне еда не нужна. О, я могу тут сад построить. Окей.
Слушайте, мне надо будет минут через пять отойти минут на пять. Сможете тут подтягивать ход, там что-нибудь такое? Да, да. Да, конечно. Так-то, ну пускай три лучше, чтобы росло быстрее. Так, что у нас в осенинке? Сеполис, Копенгаген, Дели. Слушайте, у них столицы по 20, а у нас максимум по 15. Вас это не смущает, да? Да ничего страшного. У меня как 15, потому что у меня 12, ну я что, выглядит, да? Ты Пекин пока убери с этих ученых. Ты, наверное, ученых, да, посадил? Поставь на рост вообще полностью. Да, да, я на ученых посадил. Не надо пока. Поставь лучше на джунгли, там две еды, и ты теряешь только одну науку. Ну, 8 ходов это жесть. Там должны 3 хода у тебя расти. С такой едой. Да не, все на еду поставь, ну действительно как-то очень... У меня на джунглях просто 4 аж стоит. Смотри, у меня в Анандаге меньше еды, но почему-то город растет за 2-3 хода. Как такое может быть? Я к тебе еще, не забывай, я к тебе караван с самого начала пускал в твою сторону. Лишняя, так какая разница? Вот сейчас, почему город у тебя растет 5 ходов? Я посадил тебе пророка. А что, у тебя счастья нету? А арены везде построены? Да. Ну вот только в Гуанчжоу осталась арена и все. Я плюс 2 всего лишь. А с верой у тебя что, мечети покупай? Ну, сейчас на следующий ход мечеть куплю еще. Я же просто, видишь, у меня по редким ресурсам, у меня всего лишь серебро, благовоние, алмазы. И все, три реста. А у вас, по-моему, по 5, по 4. Ну, я тебе все дублирующие дал. Агент, ты хочешь сказать, что с тремя рюкзаками вот 15, 10 и 11 это нормально, да, так вырастет? Это ненормально. Ты немножко просто, видишь, приоритеты не очень отстали. Ну, первое, в том же Гуанчжоу. Ну, окей, тебе нужно счастье. Ну, зачем тогда ты строишь мастерскую 4 хода? Типа, чтобы ты потом быстрее арену построил, но у тебя за счет того, что нету счастья, у тебя города не растут, и ты как бы в общей перспективе получается меньше получишь, чем вот от этой одной мастерской. Я все равно зоопарк строю в Пекине, через 5 ходов будет. Ну, дело в том, что строить зоопарк, когда у тебя можно построить арену, при этом арена еще тебе даст возможность построить циркус Максимус. Это еще 5 счастья. Не совсем верно.
Так, еще один могу строить караван. Наверное, тоже в Анандангу из Аквисасмы надо бы отправить. Поэтому в Осининке караван. Ну что, следующим ходом подтягивайте тогда, хорошо? Так, отошел. Так, слушайте, давайте этот ход закончим и следующий подтягивайте. Хорошо. Это они Альгамбру построили, да? Да. Все, отошел. Все, мы откатили два раза. Круто. Ну. Так, если там кому-нибудь деньги нужны, вы говорите. У меня тут уже 1000 скоро будет. Да пока не надо. У них, кстати, типа такого же индус. Тоже дохрена денег у него.
Так, мечети. Тут куплено. Тут куплено, тут куплено. Вот, осталось у нас только Лаквесасме купить мечеть. Следующим ходом она купится. Потом два монастыря, наверное, тоже Лаквесасме и синенький. Все. Все путем. Двенадцать восемь. Чё, этими глясами уже их напрягаешь? Так потихонечку. Чтобы не расслаблялись, да? Ну, я их прокачиваю больше для радиуса. Но я думаю, они не дураки. Сейчас отведут. Китаец, надо между Пекином и Аквисасме тоже дорогу проложить. Сейчас, да. Ну, не сейчас прямо. Просто не будете особо что есть, делать. Ну, хорошо. Сушить болотце. Так, мечети везде куплены. Теперь пускай монастыри покупаются. Алонс, ты там подготовь своих рабочих, у тебя же быстрее они вроде делаются. Чтобы ты был готов, если... Сейчас найдется уголь, сразу его обрабатывать и нам давать. Так, вот у нас тут еще... Не обработано. В принципе, вот этого можно посадить. Потому что те же два молотка, но при этом еще и три очка великого человека на всякий случай. А вообще скоро приму секуляризм и будет еще две науки. Может тут уже построить две рыбацких лодки как раз. Тут уже еда начинает нужна быть. 13 ходов. Так, тут Колизей. Вот это все надо в столице, конечно, построить. Так, маяк не нужен, бараки пока не нужны. Давайте банк. Так, ну, научная теория потом биология,
военная наука, железная дорога и конфликт. Можно как-то кавалерию, блин, посмотрим, сколько нефти. Кавалерии бы наклепать, чтобы 15 яхнуть. Угу. Ну, по деньгам, по идее, мы должны накопить там 1000-2500. В 15-м конфетах, я думаю, там такой шмон будет. У тебя будет главным производственным городом Гашут, да? Ну, нет, я примерно делаю одинаковое производство во всех городах. Примерно здания одинаково строились. Так, у меня, я прям на угле город поставил, у меня 7 угля, пацаны. Раздавай. Ну, тоже есть угли. Так, ну я 4 угля могу дать, кому давать? У меня есть. Значит, мне. 4, прям 4 мне и надо для 4 городов. Нормально поставил. И еще у меня есть тут под еще одним городом еще 3 угля. Отлично. В принципе, я могу дать кому-нибудь купить фабрику денег, если надо срочно. Да, я не знаю, я не думаю, что... Лучше деньги оставить, у нас в денег не очень много. Нам надо на авто копить. О, мы одновременно с ними вышли. Ну, по-моему, ни у кого из них угля нету вот прямо сейчас. Так-то у них есть на территории уголь? Да, то, что угля у них нету, это хорошо. Но у меня долго, например, фабрики строятся. У меня в столице 10 ходов. У меня последняя фабрика 8 ходов. То есть я через 8 ходов возьму диалоги. И что будешь брать? Порядок? Скорее всего, порядок, да. Там как раз, если будет у кого-нибудь инженер, я могу Кремль заинженерить и строить танки. Быстрее намного. Не, у меня очко, у меня великий инженер только недавно в одном городе посадил, ну, потому что он фигню обрабатывал, там 42 хода, так что... Ну, в принципе, я, конечно, могу попробовать сферы купить, если тебе сильно надо. Ну да, да, я сферы имею в виду. Ну, блин, 670, а у меня веры только 132 сейчас накоплены, у меня там просто покупаются эти монастыри. То есть, при нынешнем... прибавлении инженер будет через, так, 340, примерно ходов 15. Есть смысл ставить на инженера или мне все-таки монастыри покупать? Не, пока монастыри, конечно, а потом уже... Хотя, подожди, монастыри сколько сейчас уже, по 200, да? А, где 260, это у меня мечеть. 200 монастырей. 200, просто 200 монастырей. Но мне осталось, мне осталось 2 монастыря купить. Я думаю, есть смысл купить. Они все-таки дадут тебе культуру и веру. А она не лишняя будет. Нам-то, по сути, нужен один инженер. На Кремль или на Бранденбург. Все. Ну, Бранденбург, чтоб опыт, чтоб танки были с 3 прокачками. Ну, что-то мне кажется, они там заберут и Бранденбург, у них там инженера будет куча. О, я на втором месте по производству за тобой. Сколько у тебя? 96. Ничего себе, такой отрыв большой. Ну, а у тебя нету золотого века? Нет. И у меня нет. Может, они на еду там все поставили пока?
Биг Бен тоже неплохо. А что это они задание уголосовали? Что началось? А какая разница? Они все равно не будут. А я не направил делегатов. Ну, они предложили вон Standing Army Tax, Natural Heritage Sites. Или нельзя не предложить? Да, там предложить нельзя. Не предложить. Пекин, я тебе еще одну академию поставил. Поставь там. Там Да, по культуре я просто улетел. Все. 2000 уже накопил почти. А сколько у тебя вход? 78. Нифига себе, в два раза больше, чем у меня. Ну, мне, видимо, или два монастыря, или один еще осталось купить. Я на втором месте за тобой, по культуре. Да, я видел. Пока не надо. Тут мне надо, чтобы быстрее рос город. Тогда... Ладно, фабрика. Слышишь, Шашан, у меня художник будет через два хода. Я, короче, к тебе его приведу. Окей. Да, по голде они нас ушатывают.
просто в одну калитку. Ну, не в одну, у Лёши нормально. Так они и Мачу-Пикчу забрали, и Биг Бен. Да при чем тут Мачу-Пикчу? Вот я не понимаю, вот у тебя, Китай, почему? У тебя вроде бы библиотеки дают 3 голды, да? То есть у них минус 1 голда, у тебя наоборот 3 голды. У тебя вроде бы торговые посты есть, но тем не менее у них больше. И ладно еще у меня плюс 24, потому что я строил храмы во всех городах. То есть понимаешь, да, то, что у меня минус 3 золота от каждого. Я говорю, у меня еще никакого банка просто нет. Банки построю, будет где-то плюс, я не знаю, 40, плюс 50. Не знаю, мне кажется, золотой век надо Лёше запускать, у него все-таки голды будет больше. Хорошо. Так, повеселее. Вообще, наверное, тут стоит. Так, ну, в ГС бы я с радостью бы зашел, но это все-таки лишняя технология. Да, там она хорошая, но если мы хотим провернуть атаку танкетку, то надо сразу идти и двигать в ГС. То есть биология, потом уже военная наука, строим кавалерию и АПМ. Согласен. То есть нам тут не надо делать бешеную экономику, там плюс 200 вход. Я не думаю, нам просто 15 танкеток мы пойдем там разнесем. Тем более есть плацдарм, куда высаживаться. У них там вот нету ни городов, ничего. Вот сверху этот угол. Конечно, да, там вообще. Плюс ты, Леша, там еще возьмешь в автократии, предположим, Блицкриг тот же. Ну, конечно, еще желательно там военные академии построить, но это уже как получится. У Блицкриг это вообще имба. Там нету зон контроля. Это просто... Может, уже в Аквисасмы стоило отправить. 5 ходов до идеологии. Тут 2 хода у Шашона. Придется отложить институт на 2 хода. Хочу взять науку с фабрик. Про
Правильное решение. Сколько у тебя китаец на ухо? 260. Так же, как и у меня. А у меня 200. У перса там, наверное, уже бесконечный золотой век. По-любому. Так, ну, бессмысленно тут уже, на самом деле, строить шахты для того, чтобы ускорить, потому что пока шахта построится, тут она, фабрика сама завершится. Тут хомбру? Обалдеть. Ну... 11. Ну, пускай так, пускай растет. Тут холм. Ну, крутой глюк. И тут холм. Блин, два холма, которых не видно. Причем Grassland. Это холм. Блин, вот так обожаю глюки Цивы. Ну ладно, когда юниты не видны, да? Но когда холмы не видны, вот посмотрите. Выше Аквисасмы, да, я вижу. И ниже два холма. А-а-а. Два холма, которые реально... Более того, это холмы с лугами. Grassland. Даже это не тундровые, не равнинные, а Grassland. Вообще никак не показано. Угля нету, что ли? Не, ну уголь у них есть, только необработанный. Или они быстро распределили его, что мы не видим. Но у меня идеология через три хода. Меня уже. Да я видел. Да, если я тебе подарю этого рабочего, удали его. Ну или, не знаю, или вот ты говоришь, китайцы, у тебя банки не построены. У меня даже не везде рынки построены. Все равно деньги. Там просто надо смотреть, что ты строил в городах. Я уверен, что ты кое-какие здания лишние построил. Я могу сказать. Ну вот, например, в столице у меня акведук, амбар, арена, бумажная мастерская, водяная мельница, монастырь, монетный двор, монумент, сад, святилище. Ну... Это, понимаешь, ты просто перечислил. Тут надо сказать, в какой момент ты построил. Ну, тем более, акведук, он у тебя бесплатный, с традицией. Он тебя вообще ничего не требует. Ты его не строил. В Шанхае все то же самое. Я, короче, эту дорогу буду делать между Аквисаске и Пекином. Да. Я уже ее рою по одному ходу. А, хорошо.
Так мне уже ученых некуда скоро будет вложить. Ну, конечно. У меня еще два места для ученых, и все. Пять академий еще. Так. Мечеть, монастыри. Раз. Монастыри, мечеть. Два. Монастыри, мечеть. Три. Все, у меня все здания за веру куплены. Ну что, копить на инженера? Да, было бы плохо. Так, я вообще думал, может быть, Оксардами взять баллистические... А, нет, баллистику откуда, предположим. Взять радар, танки и компьютеры, вертолеты. Вертолетами, конечно, города вроде бы не берутся, но, по крайней мере, там можно летать спокойно, грабить нефть, алюминий. Ну, это такое, конечно. Вертолеты, они вроде бы сбиваются хорошо истребителями. Так, тут, на счастье, уже все построено. Тут тоже. Хотя, если кавалерию настроить, уже начать строить, то можно тремя лошадами взять, предположим, авиацию, дорогу и двигатель ГС. Все, появился у них уголь. У перса 5 штук есть. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение завтра или через день. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.